все, если там есть подлец какой-то. Мы тут чешем мимо этой двери, а он тут... Сколько сидит? Человек работает? Ну, три. Два. Не, если три, да. Третий стоит здесь, он входит в помещение, допустим, они зашли работать, и вот задача держать дверь. Если причем он смещается, допустим, и становится так, оценивая сразу, а с какой стороны дверь открывается. Угу. Потому что если я стану здесь, открывается дверь, да? Для меня, видите, вон зона. То есть мне нужна, оп, я подошел и стою, держу дверь. Вот. Для того, чтобы, ну, держать это все. Если работают двое, они заходят. Слева дверь. Раз, вижу шкаф. Контролирую дверь. Отработали, допустим, сделали шкаф, сместившись сюда. Да? Сместился. Потом они идут опять на эту дверь, начинают там. Открывать. Заходим. Ну давайте сейчас сюда. Вот. Тройки понять, что это цель или не цель. Я опускаю опять оружие, либо возвращаю его к себе, в этот момент он в меня стреляет. То есть я вхожу так, чтобы оружие было направлено под углом, близким к углу его коленей. То есть я захожу. И я начинаю работать, потому что цель может быть и вверху. Я когда вхожу, я делаю осмотр, да, раз, два, три. Ну, там могут быть шкафы, да, на которых там кто-то сидит, залез. Могут быть какие-то вторые этажи, еще что-то. Вот. Ну там, кино смотрели, этот Жан Рено, который сверху. Да. Вот. Я не говорю, что это Голливуд нельзя наложить на жизнь, но это приучает вас работать в одной схеме. Вы постоянно делаете движение. Вот такое вот. Вот. Поэтому подошли к углу. Сразу же себе линию. Угол, да, чисто. Делаете диагональ. Причем диагональ начинаете делать с закручивающегося такого движения. Раз, посмотрели, есть диагональ. Угу. Да, ну я уже больше сделал, мне просто мешать. Раз, диагональ. Теперь я делаю следующее движение. Не просто ставлю ногу, а потом наклоняюсь. Наоборот. А делаю практически одновременно, но корпус мой идет раньше. Оп, все. Я посмотрел, что у меня здесь... Центр чисто. Но у меня нога, видите, вот линия. Я не выставил ее туда. Потому что выставив ее туда, я могу не успеть ее туда убрать. Я делаю оп, все. За счет чего? За счет поворота корпуса, обнижения центра тяжести и наклона.
Я посмотрел чисто. И после этого я себе, допустим, там, даю команду, хожу. Оп, и пошел. Поэтому вот здесь. Угол, диагональ, центр. Ну, вы работаете. И не, ну, не стесняйтесь там оружием работать чуть под углом. Вот. Особенно, когда будет неудобный угол для правши. Я подхожу, мне как. Либо я работаю с одной руки, здесь есть пистолет. Либо я работаю с левого плеча. Да, но здесь нужно четко понимать, чтобы не было вот этих вот стоек. Когда задница выпирает. То есть вы стоите опять же ту линию, которую я рисовал. Диагональ делаете этот самый. Вернее, не как. Угол, диагональ. И потом смещение. Вы просто переставляете и выходите сюда в центр. Но это не когда идет не такой не быстрый, как кажется, так штурм. Я подошел, да, зачистка и штурм. Штурм это динамически, надо войти, все. Гранаты желательно. Зачистка она не знаю, есть там цель или нет. Но я не выхожу за эту линию. И в принципе я достаточно вижу все то, что происходит в комнате. Вот. Потом, если пистолет, можно сработать и так. Угу, да. То есть я подошел. И у меня происходят те же самые движения, которые я делал, да? Находясь там, в зеркальном отражении, левая рука. И если мне входить сюда, то мне лучше работать с левой руки, чем если бы я входил, да, вот. Ну вот, мне очень тяжело вот здесь выходить. Либо я работаю все время с одной руки и пошел раз, либо я уже перехожу спокойно. Подхожу, я вижу угол, я поменял, раз, 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 ход. Пошел сюда. Всем привет. Сейчас пойду сюда. Сейчас идем за мной. И все. То есть вы можете. А зайдя в комнату, вы раз поменяли. Ну это навык уже, да? Работать. И еще одна линия вот здесь. Причем она идет не вот тут, Леш, а вот здесь. Потому что вот она. Туда. Угол чисто. Диагональ чисто. Да. Центр верх чисто. Чисто. Центр чисто. Вот. Право штаб. Видите, вы раз, да, взяли оружие. Приклад в плече, все хорошо. Да, Леша? Приклад в плече. Где у меня находится рука? Относительно оружия. Она выходит. Да, я там, как бы я ни работал, она все равно больше. Смотрите, что вы делаете. Приклад убираю. Особенно 5.45 отдачи нет. Плюс вы сокращаете линию самого оружия. Раз, два. И начинаете работать вот здесь. Тогда у меня, я четко понимаю, что оружие это край меня, оно никуда не выходит уже. Вот он край. Я подхожу, угол, диагональ, центр, вход. То есть, ну, привыкните к тому, что нету, это то, что ну, научили изначально, да, там. Приклад к плечу, пистолет вот так. Можно смотреть. Надо, да, можно работать вообще. И именно вот это работает тогда, когда вы. Еще раз, можно? Когда вы работаете в каких-то укрытиях, закрытиях. Вот. Работа происходит вот таким вот образом. Вы не упираете приклад к плечу. Вы его прижимаете к плечу за счет ну, силы рук. Он же не тяжелый. Ну да. Да? И вот таким вот образом спокойно работаете. Работает. Да, работать вот идет уже по верхнему уровню, когда вы над укрытием какие-то, да? Нет, работает. Где нет возможности там магазин упереть, да? Ну, легче. Давайте еще следующий. Кабель. Да. Ты на бой достаешься? Ну, вот, честно.
Раз, центр чисто. Теперь мой следующий шаг, ну тут просто не совсем удобные вот эти стены. Да, они очень широкие. Следующий шаг я делаю вот сюда. Раз, все. Вот, оп, и я пошел дальше. То есть это буквально там на мгновение я чисто и пошел дальше. Лучше держать ниже, чуть ниже. Почему? Вход. Да. Вот в этом положении вы можете что-то делать при заблокированном оружии. Если это будет вот так вот, то это будет работать оружие, которое вам начнет мешать. И вы с ним ничего не сделаете, а еще завязав его на эти шнурки, то и все. Поэтому лучше вниз, потому что вниз вы, ну еще раз говорю, чем... Не то чтобы чем ниже вы пускаете оружие, чем вы держите оружие в горизонте здесь, да, вашей цели, вот, то вы можете работать, в том числе, вы заходите, цель появилась, она так стреляет, стреляйте сюда, не надо там поражаемую часть. Сюда ему либо страшно, либо уже ранение есть. Либо больно. Либо больно, да. Поэтому бам-бам-бам, все, потом пошла уже работа сюда. Помните, появилось опять. Ну уже подняли, допустим, выше. Вы сейчас не торопитесь, вы для себя вот сделайте вот эти угол, диагональ, центр, вход. Да, чтобы вы поняли, куда вам лучше ставить ноги и в какой стойке вы должны стоять. И как вы должны шагать. Во всех вот этих вещах вы должны шагать. На, ну такой, мягкий шаг должен быть, тактически называется. То есть вы шагаете на носках. Носки дают вам возможность очень быстро менять направление, разворачиваться, двигаться. И стойка должна быть широкой. Пониженный центр тяжести. Вот. Когда у вас получится возможность, да, это делать. Чисто. Верхний. Центр чист. Цель может быть внизу на полу лежать, может быть вверху, стоять на подоконнике в окне, сидеть за шкафом где-то вверху. Любая может быть ситуация. Поэтому не стоит держать только перед собой. Чисто. Ну, двумя основными схемами и все остальное это как бы симбиоз. Да, я либо могу работать лицом, находясь, вот моя, да, то, что я говорю. Либо я могу работать спиной. Но там где-то полубоком по-разному получается. Вот сейчас это спиной. Это тогда, когда я чувствую уверенность, да, там, вот, меня сзади подпирает, но мне нужно видеть еще то, что находится вот там. Я, да, двери, там, все, мы подходим к двери, все. Если я буду вот в таком положении, появившаяся цель для меня становится неудобной. Потому что мне нужно поворачиваться в левую сторону. Если я поворачиваюсь в левую сторону, значит я начинаю скручивать позвоночник неудобно. И вот здесь все, появилась цель, видите, я свободно работаю, чищу. Поэтому вы, Леша, упражнение. Становитесь возле любого укрытия. Пистолет. Возле любого укрытия стали. Ну вот я работаю там, стрельба из укрытия, да? И я себе делаю. Меняю ноги. Сначала с одной руки. Потом я меняю ноги, да, сразу с переходом на другую руку. Здесь нормально, перехожу на другую руку. То есть вот здесь, смотрите, я нахожусь в линии, мой пистолет чистит, но я не выхожу за линию. За одну, за вторую, за третью. То есть я могу в этом случае. То же самое, работать с левой руки, да, осматривая там постепенно, в то же время у меня остается контроль за всем моим сектором. Если я работаю вот так, то я начинаю терять то, что мне находится за плечом. Чтобы мне это увидеть, мне нужно повернуть голову, а чтобы отреагировать, да, мне нужно сделать
перенос оружия там с каким-то поворотом, разворотом. Если я работаю с двух рук, да, тогда мне легче, потому что я поменял схему. Поэтому вы для себя не меняете. У вас должно быть, вот допустим, если я пистолет двуручный хват, да, взял, я меняю ноги раз, не выходя за линию и не убирая оружие с той точки, которую я себе навел. Меняйте. То есть это упражнение, которое. Вот. А потом включаете себе перехват, либо смену приклада. Рамшан 800. Кто? А, эти? Человек, он состоит из каких-то частей, да? У нас есть два центра движения, соединенных одной осью. Вот. На этой оси эти центры движутся. Вот. Но это не значит, что движение в одном центре вызывает там какие-то смещения в другом. Да, может вызывать. Но точно так же эти два центра могут работать одинаково, автономно друг от друга. То есть я могу бежать, и в это время у меня может двигаться, да, плечевой пояс свободно. Я переставляю ноги, но плечи мои остаются на месте. Вот. В результате я меняю стойку, удобную для того, чтобы входить, делать какие-то шаги. Вот. Но не теряю контроль над выполнением, там, решением огневой задачи. То есть у нас же, ну, есть две задачи при работе с оружием. Вы решаете тактическую задачу и огневую. Тактическое – это ваше передвижение в ногах. То есть вы должны куда-то шагать, куда-то выходить. Огневая задача – это поражение. Ну что, двойками дадим? С этой, с одной стороны, да? С одной стороны, да. Не прикольно, что это диван. Ну что, все нормально. Пойдем по дивану. Ну вы диван подходите? Если нет предварительной информации о комнате, вы подходите, сблизились, да, вот, ну, раз, угол, чисто, стена, там, плюс метр, допустим, плюс один, вот, и человек понимает, что, допустим, стена, это вот она метр и все, вот, потом, диагональ, раз, чисто, диван, центр. В глубине шкаф. Все. Входим. И там друг другу, там, допустим. Готов? Приготовились. Там. Кросс, допустим. Или показываешь крюком. Крюком. Там первый, второй. Пошли. Раз. И пошли сюда. И второй номер входит. Он входит в центр. Угу. Ему сюда диван, куда помнит. Он тоже идет за человеком, но становится здесь. Угу. Зачем ему там, ну, по дивану лезть? Ему главное. Вот. Я начну лезть на диван, а там лежит какое-то тело, понимаешь? А я уже... Я встал, вот, зашел, дальше двигается по комнате, а мы уже потом начинаем... Получается, что второй заходит тоже сюда, но у него внимание изначально. Если первый идет сюда, такой, да, я за кроссом влево. Готов? Пошел. Но я становлюсь так, чтобы я тебя видел, чувствовал. Угу. Да? Вот, то есть мы встали, и теперь мы принимаем решение. Мы посмотрели чисто. Первое, ну, дверь слева. Не, ну мы сейчас не будем наращивать. Ну, да, двери вот. Нет. И там шкаф. Справа шкаф, справа в глубине, вернее, справа диван, в глубине шкаф. И все, мы начинаем там. Ты посмотрел, лево чисто, сейф чисто, чисто, чисто. Я смотрю диван. Да. Я в это время шкаф, да? Вот. Нет, шкаф мы не трогаем. Я не смотрю, а контролирую. Посмотрели, если диван имеет, ну, полость, значит, я должен перейти туда, чтобы посмотреть, что находится под диваном. Я раз, оп, посмотрел, раз, посмотрел. Все, чисто. Пошли дальше. Подходим в шкаф.
Шкаф работаю. Ты понял? Понял, крою. Понял, крою. Крою. Я подхожу, шкаф закрыт. Ты смещаешься так, чтобы ну, ты видел открытую дверь. Оружие грубо говоря, отсюда стал, да? Я подошел. Цель, та-там! Все. Чай, кофе. А-а-а! Замочил. Бам-бам-бам-бам, упал! Вот для чего нужен шаг под шаг, который я тренировал. Смена ног в тазе. Так, так, при удержании оружия. Так, так, оп. Оп, разворачиваешь таз, а так все остается. Ты отличаешься от подруга, я тоже отличаюсь. Ближе, другого чувствую.